Так, ну сейчас сумнемся и начнем. Жив нечестно злой, тебе надо моих хастанаруч? Че? Надо моих хастанаруч, злой. Да нет, успокойся, не нужны они мне, я ничего не ролю. Так талисман, зачем ты в рейд пошел? Спасите! У меня вар привязан с магом. Бля, ну псих, талик не звучит, ой, талисман не звучит, не зову талик. Древнейшая. Окей, щупальца. Просто двойном. Двойном. Сбил, ну блин. Сейчас двойным дефенд, знаете, талисман, да? Хорош. Отойду пару минут. Давай, удачи, Дань. Бля, только хотел сказать, сука. Сейчас бы не хилить бар. Чё ты хотел сказать? Тебя не стоит, Дима. Дима, а? У тебя не стоит? Или чё? Подождите, а кралька тут? Киана, ты тут? Да, она тут, полипал. Да-да. Чё ты сказала? Да, он на Атлантик Спор. Чё? Вот он в Атлантик Спор в Дизне и говорит, что там уже это... Типа фул. Как родили Эсторос? Ну, Атлантик Спор какой-то. Угу. Это ордынская вообще гильдия? Ну, это русская. Ордынская. В смысле? Что, что вы раскурили фу пока? Пацанов 2К не надо им? Пусть подумают хорошо. Скажи, что мы не играем на циркуле, чтобы он не считал нас нубами. Скажи, что я не знаком с щупальцей. Талик. Да нет, да талик не звучит щупальцей. Но зато знаком со своим парнем Джерионом. Что-то чекнуть. Сейчас бы... Джерион. Да вроде нормально. А тебе с Таликом как встречаться? Да вроде даже. Слушай, а как насчет этого, блядь? Свинья. Идиот. То чувство, когда стало стыдно говорить слово, и ты стал шепотом говорить его. Да, этот. Щупальца, щупальца. Ты псих такой. Вообще шепотом не говоришь. Да, такой, да, давай. Сейчас бы говорить, будучи лолой. Самогон рип. Диагноз псих, ты считаешь? Да не. Блин. Чего стыдить, идите бейте трэш. Я по АФКшу пока. Иди сам бей. Слышь, хуя ты мелкий пиздюк, я б тебя наебашил, отвечаю. Иди бей. Ща наебашу. Он хочет побить психуличика. Все, давай один на один сучара. У меня хп больше. Я тебе буду кидать истерию, когда ты будешь выносить метку, понял? Тихо выкидать. Я когда был с бульбулятором второй раз, когда у тебя был блю экран, короче, там пацан, когда выносил метку под метеор, я ему кидал истерию, он умирал. Натуре? Да. Мне кажется, если ты мог, то мы ему бы живакова, да? Я бы зашел в лужу и кинул притяжку. Забыл, тебе на панику привет передал. Че? Кого? Ну, Дима, тебе на панику привет передал. Хорош. Да, он на дверь умирал, потому что ему истерик дал. Да. Ну, один раз это было. Пиздец. А где он? Я хочу его в гильдию взять. Бля, ты в натуре в жизни такой маленький уебок? Ну вот какой Вов, кстати, это Урен. Блин, ты лёвый классный. Ты на себя посмотри. Ты тоже в жизни тёлка? Щупальца, Юксарона. Ты слышал, что он говорит, ты в натуре в жизни тёлка, блядь?
Знаете, почему там бесплатный перенос за Альянс? Че? Знаешь, почему там бесплатный перенос за Альянс? Там орды до очень дофига, процентов 70 север. Ну потому что за орду нормальные пацаны играют. В Армении там? Да. Ну там есть бесплатный персонаж 6.6, там кунг-фури? Там самый дешевый персонаж стоит $30. Это в рублях сколько? 60 долларов, да? Так знаю, 1000 рублей. Физяк вопрос. Там есть персы, чтобы ты понимал, по $700, по 680, никуда. И чё, какие-то... Я чувствую, когда челики по 5000 на циркуле персов продают. Ну, там просто я офигел от рынка персонажей, очень много персонажей, очень много и очень дорого. И смысл в том, то, что там, наверное, администрация не запрещает, да, за реал продавать? Да, вроде запрещает, только через личный кабинет, через коинсы, у них игровая валюта коинс называется, один коинс. Биткоин, блядь. Кстати, ты коинсы можешь купить за биткоины, там есть такая херня у них функция. Но Рома Джейми прогорел. Можешь еще купить эту. Типа, если ты берешь выше 100 коинсов, тебе 50 идет в подарок. Джерри, сколько ты давал максимальный ДП за твоего ханта? За ханта 25600. Не, это никогда баганы. Сейчас вот. А, 21,8. Вчера был, короче, с этим, с булятором, да? Там один, короче, хант ебашил на сурке 23к. Так это баганый ДПС. Кам, если знаешь такой ник. Это баганый ДПС, потому что в ЦЛК багаются ран. Да, да, складывайся, Джерри. Не 23, а 22.50, вот-вот, точно так. Я ж прямо охуел просто. Если говорю, это баганый ДПС. Второе место, 18 команд. Так, погодите, погодите. А у нас есть три танка сейчас? Ты меня слышишь вообще или нет? Ого, три танка есть? Да, есть. Ну, ты и прямо сейчас. Так это, давайте проверка на реакцию, пацаны. Вот уже проиграл, дальше. Проверка на реакцию. Подожди, кто там спрашивал за ДПС, алло? Идиот, идите, мы полтора. Вернитесь. Терост. Войт, забирай первую копию. Говорю, это баганый ДПС через то, что в ЦЛК браны багаются у ханта. Там по-любому он будет баган. Заткнись ты уже. Да типа объясняю. Я типа знаю, что он баганый. Чё, нафига вы сагрили босс? Была проверка на реакцию. Чё? На эрекцию? Да. Чё, как у меня эрекция? Почти. Сомнительно. Лоли лучше знает. Чё? У Марины лучше? Ой, бей босс. У меня все лучше. У Марины, у тебя эрекция, говорят, лучше. Парни, парни боссу, дайте ему ДП. Ты понял, у Марины эрекция лучше, чем у тебя. Двое сильнее. Твой Ваня бьет босса, ГП. Ю-ю-ю, ебать, клиф, клиф. Джерри, он дал мне цепочко, ГП! Ты бы шепотом что-то непонятно говорить. Неужели непонятно было? Злой, ты понял, что я сказал? Джерри, он долбится в очко. Просто злой на уровне инстинктов какие-то знания. Инцесса? Инстинкт, какой инцесс? Не, ну можно убрать, там как псих с Димой. Сейчас будем умирать за БДК. Джерри, ты че не бьешь, босс? Сейчас. Чем босса сагрили? Там два голема еще стоят, надо убить. Кто ты за БДК упал? Фу, вой дебил. У меня не хит. Че, вот этих мобов сагрить еще, Димон, да ради тебя. Агри, агри. Команда уже меньше.
А, говорит, трэш. Ты его держи, если ты его уже сагрил. Геру, Геру, давай, Геру. Почему она мне дала? Геру. Лучше. Кстати, а вы в курсе то, что если вот этих трех миников собрать, типа Болтара, Генерала и вот этого пидора, короче, дается очки? Да ну нет! Дается очки, короче, земля, ветер, джемин, хуесос. Куча постоянно. Давайте реально в склеп на эту ачивку соберем. А, давай. Я всегда хотел. Прикинь, такой хочешь подорожник, кушать ачивку, я его хуесос, бля. Да ну, я про склеп вообще. Я бы задонатил, если бы можно было. Когда только, ну, Сезали как играла, там 6к была, то ее так собирали, и меня туда не брали. Так и реал хуесос? Или что? Нет, да. В склепе, когда всех боссов сводить. Там сколько же за 60 секунд нужно убить. Там не всех, по-моему, там только троих. Сейчас бы ну, за 10 лет не сделать это чего? Я 5 тут играю. Я делал, по-моему, только 10 лет так не делал. А если такие одетые персы, как у вас, там Шеремы, Талики, Донины и прочие. Ха-х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 а
Хороший. Это обидно. Сразу видно горе. Сейчас бы смеяться над шутками Лолы. Сейчас бы, блядь. Сейчас бы Талик бы найти в 2016. В натуре. Блядь, сейчас бы Талик. Че я тебе не нравлюсь? Че я тебе не нравлюсь, псих? Я ж тебя вообще не трогаю. Да я тебе тоже не нравлюсь. Проверка на реакцию. На реакцию. Там же топ дамаги. Проверка на реакцию танков. Чем вы это делаете? Я не буду соло танчить, танчи сам на эту сторону. Слуги, обратите их в пепел! Врога чередой через огонь хуярь. Я ДПС набиваю, забери трэш, алё, я ухожу. Оставляю уже, блядь! Или Берри? Шуман. Берри лучше. Хотя не Берри. Надо танк обменять уже. 5 стаков. Или 2. А мне 2 стака танки, меняемся? Танков менять. Джерин, это типа за ханта целка никогда не багаешь ДПС, да? Сейчас бы зубы не забыли. Всегда ДПС, целка за ханта всегда багает. Бля, цитаты великих людей. Но у меня же персина с доначенным таликом. Не зашло. Зашло. Ладно, не зашло. Дина. РЛ, ты тут? Да, РЛ. Ты не офигел с происходящего? Да нет, всё нормально. Хорош. Ты не задонатил, Талик? Давайте Рейген тут. Мало кто знает, но самогон задонатил щупальцу. Первая по тьма, все остальные свет. Тьму танчит Войд. Петрисекан танчит свет, третью фазу Рейген мелкий трэш. Тьму хилят Ригель, Дуду Типка и Макси. Свет хилят Черный Лимон и как огурчик. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать больших.
А ну сейчас поменяю. Ребята, есть у кого 2К в деда РП? Йоба, рестлер, хилика и антихам добиваете больших. Окей. Разве 2К мне на РП? Так, хилика, диспелишь третью фазу свет. Дуду типка, все остальное. На второй фазе заливать ману Ригелю, на третьей черному лимону. Кощуга, зальешь ману в начале второй фазы. Мизантроп в конце второй фазы Ригелю заливаете. На третьей фазе заливаете по откату черному лимону. Чек на готовность. Вот, можно поменять. Сейчас бы ролить Хлёна, когда мы его убивали миллион раз. Это больше, чем что не хватает. Я ману пью. Лучше тактику на Килл Джедай научите. Как чашки собачки донатит, да, смогу? Что, конченый? А, мне не хватило на Геру 20 рублей, блядь, за линию заходите. Сучара, блядь. Начинай. Ой, стакай. Поупер метка. Сейчас был носить два раза метку. Самогон. Перебежали. Самогон. Заходи сразу, смарт-килл метка. Зашли рейд. Черный лимон метка. Сама встанешь. Марткилл метка. Добили. Заходите. Как выйдем, экстрим поднимешь черный лимон. Света хилы или тьмы? Света. Смарт-килл метку бережи. Изантроп метка 54%. Это как? Молодец. Я есть свет, и я есть тьма. Это вы гоните? Выходим в свет. King of Pain метка, выходим в свет.
Экстрим поднимай черным лимон, мизантроп поднимай смарт-килл. Ну, кощуга. Он далеко лежит. Ну, перебеги. Я перебежал. Хилика, дай гимн на ману, поставь тотем черный лимон. Блин. Перебежали. Бэдлрап, метка, во тьме дали рост, свет бьем трэш. Растут. Альфари. Перебежали. Дайте в святую рост. А, в святую рост, я забыл, блин, черный лимон. Не будет уже роста. Это вайп, скорее всего. Пробуем. Растет один мелкий. У нас же есть Элем. А, Альфари, дай рост. Он уже босса дал. Не бьем, босса не бьем, свет не бьем босса. Перебежали. Маны тогда заливайте. Маны как огурчику заливаем. Уёба метка. Уёба. Блять. Падаем, нет? Да, падайте, падайте. Пусть бы холик выходил. За шамана умирать 300 раз. Бы холик весь наш выходил. Сейчас бы говорить, чтобы... да. Бля, сейчас бы чаржиться просто через каждую метку. Я заебался эти метки искать. Мизантроп, если не будешь себя диспелить, дам ГП тебе. То как топчик таскаешь. Так давай ГП с первого трая. Сейчас буду давать. Шаман может там смелить спать. Я вот с первого трая давал ГП, теперь с одного рейда не хотят ходить. Ну все равно мы тебя хотим. Спасибо. Нет, не хотим. Обжарен больше всего. Че, у нас остается проблема с гильдией, да? На БК. А нет там никаких проблем. Да. А бы сам договорился. Я тебе сразу говорю, я засяду в зал легенд на 3 месяца, как только лапу с ним не сяду. Ты засядешь на бутылку на 3 месяца. Давайте мы всех здесь. Да, я знаю. Магии инту. Злой гумосек здесь? Заходите за линию. Начинай будет. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узнать начало эры разрушения. Рестер метка.
перебежали. Альфари. Макси. Перебежали. Прощай, Макси. Я бы смеялся не с вами новый, если что-то, Дина. Я на твое имя. А тихо. Здорово. Заходи сразу. Зашли рейд. Черный лимон. Пока не заходите. Все, заходите. Бетлора отметка. Самогон. King of Pain. Бьем пока босса. Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла. Некис метка, выходим в свет. Черный лимон рост. Перебежали. Вы уже в рейд. Во тьме дали рост. Брейген метка. Молодцы. Программа не откинула. У вас нормально? Да, нормально. Ну, это твоя вина, он нормально вынес. Я слишком далеко стоял, что ли? Да. Перебежали. Черный лимон. Как огурчик. Перебежали. King of Pain. Thank you.
хилика. Перебежали. Я думал, на Эпис обрыгает сейчас. Хилика метка. Хиликопой гимноману. Бейте большого. Стрим метка. Диспел. Ну диспел, бля. Перебежали. Лупина. На тапочку? Давайте добиваем босса. Трэш напуливаем, добиваем босса. Твой это тапки? Пробуем добить босса. Танки прожались. Рейген, Рейген, Рейген. Бабл хит. Экстрим метка. Хотя добивай, добивай, потом выбежишь. Все, добили. Ресните меня. Чё, Гонца Джерио?